Михаил был очень правильным, очень честным, очень порядочным. Он закончил школу с золотой медалью, поступил сам в Академию имени Баумана и по своему собственному желанию взял академотпуск, чтобы пройти службу в вооруженных силах. 1 декабря 2021 года Кирилл пошел по срочной службе. В феврале случилось СВО, а в июне Кирилл уже был на фронте. Он был воспитан патриотом своего отечества. Я очень рада, что этот проект существует. Быть воином – жить вечно. К нам нужно воспитывать поколение, новое поколение детей в любви к своей стране. Это земля, на которой ты вырос, это твои традиции, твоя мама, папа. Кирилл очень интеллигентный ребенок был. И, соответственно, конечно же, всегда расставлял приоритеты. Принципиальность его, честность, порядочность стали ведущими в том, что он принял решение пойти защищать свою родину. Школа гордится своим героем. Право занять эту парту, обучаться за ней, будет присуждаться лучшим учащимся школы по итогам обучения, общественной деятельности, помощи школе, классу.